смотрите итоговый выпуск программы «Де-факто. События и происшествия Гомельской области» в материалах наших корреспондентов. Мозырского живодера, который издевался над котятами, будут судить. Следователи завершили расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными. Задержание наркоботаника. В Гомеле ОМОН провел силовой захват распространителя марихуаны. Ребенок – главный пассажир. ГАИ обращает внимание на правила перевозки детей. Как сделать лето безопасным, в какие ситуации попадают несовершеннолетние и кто за них в ответе, выясняла Наталья Игнатенко. О безопасном отдыхе детей и работе субъектов профилактики поговорим с заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облсполкома Евгением Миткевичем. А также пожар на складе боеприпасов в Казахстане, прыжок на паром и погоня ГАИ за автослесарем в рубрике «Я очевидец». Начнем с обзора происшествий за неделю. В Гомеле пожар повредил имущество и балконные рамы сразу 4 квартир. В городской отдел по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о возгорании одной из квартир на 5-м этаже 9-этажного жилого дома на улице Жукова. Пожар был быстро ликвидирован, однако убытки понесли сразу 4 семьи. Заготовитель сырья Светлогорского райпо, чтобы повысить свои премиальные, придумала незаконный способ увеличить показатели по закупке металлолома у граждан. По закону ей было запрещено приобретать у населения промышленный металлолом, поэтому работница райпо организовала его закупку и последующую сдачу на переработку под видом стального бытового лома. Действия должностного лица квалифицированы следователями как служебный подлог. Инспекторам ГАИ понадобилось меньше суток, чтобы разыскать нарушителя на мотоцикле, который не остановился по требованию сотрудников. Им оказался ранее судимый 24-летний гомельчанин. В списке административных правонарушений байкера до задержания было 67 пунктов. К ним добавились еще 6, в том числе езда без права управления. В Гомеле на улице Рогачевской горел частный дом. Это кадры съемок очевидцев. Возгорание произошло вечером. Тушить коттедж приехали 4 пожарных расчета. Пострадавших нет. Причина возгорания выясняется. Известно, что сгоревший дом подлежал сносу. Парник для марихуаны. Житель Гомеля создал все условия для выращивания сортовой конопли, но в незаконный бизнес вмешались правоохранители. В начале мая они задержали мужчину, проведя силовой захват у него в гараже, а на огороде подозреваемого обнаружили парник для конопли. Мужчина был взят с поличным при попытке сбыть первые сборы урожая. Он попытался продать 2 пакетика с марихуаной весом около 8 граммов. Мозырским районным отделом Следственного комитета завершено расследование уголовного дела о жестоком обращении с животными. 28-летний житель Мозыря причинял увечья котам. Свои зверства он снимал на видео и размещал его в открытом доступе в интернете. Следователи нашли у него в квартире множество улик. Питомцев обвиняемый искал по объявлениям. Когда в интернете поднялась шумиха, мужчина скрылся, но был задержан в России. Экспертиза показала, беглец нуждается в психиатрическом стационарном лечении. Уголовное дело передано прокурору для направления в суд. В Гомельском районе пациент выпрыгнул из кареты скорой помощи по пути в больницу. Поступок закончился черепно-мозговой травмой. Это случилось около деревни Ивановка. Скорую вызвала мать 40-летнего мужчины из-за поднявшегося у него высокого артериального давления. Но, как рассказали врачи, мужчина находился еще и в состоянии похмелья. Ребенок – главный пассажир. Все с этим согласны, но не все водители соблюдают правила безопасной перевозки, когда в салоне находятся дети. Все дело в том, что главному правилу не уделяется главного внимания. В этом смогли убедиться наши корреспонденты, которые в рамках комплекса специальных профилактических мероприятий госавтоинспекции отправились с сотрудниками ДПС в рейд по дорогам Гомельского района. Всем водителям известно, что детей до 12 лет необходимо перевозить в детских удерживающих устройствах. Однако нередко как в городе, так и на загородных трассах можно увидеть картину, на которой автомобиль движется на большой скорости, а на заднем сиденье радостно играют дети, прыгая с места на место. Наша съемочная группа вместе с сотрудниками госавтоинспекции выехала в пригород Гомеля в вечернее время и буквально за 40 минут на слабо оживленной, можно сказать, лесной дороге, ведущей к речке и дачам, выявила несколько родителей, подвергавших опасности своих детей. Я живу здесь рядом, буквально 200 метров. Дети просили покупаться уже, наверное, целый день. Ну, 200 метров, какие уже кресла тут. Проехали туда-назад, как бы тут 40 километров едем по дороге. Как бы.
я думаю, это безопасно тут. Ну, вот так получилось. Приехала без ребенка за ребенком. Угу. Кресло не взяла, на маленькую есть, а на этого не взяла просто. Ну, непредвиденная ситуация получилась. Так, кресло есть у меня, бустер дома. Почему выехали без кресел? Ну, это моя машина, как бы. Ну, моя, ну, рабочая. Работаю на ней. У жены два кресла есть. Легковой машине. Ну, не взяли. Ну, на море куда-то на дальники ездим строго. Ну, на дальнее расстояние. По городу, да, бывает. Без кресел. Ну, скорость небольшая, думаю, ничего такого страшного. Такие досужие разговоры сразу заканчиваются, когда внезапно приходит беда, после которой сделать уже ничего нельзя. Исходя из опыта работы, можно сказать о том, что в момент ДТП дети, находящиеся в салоне автомобиля, в специальных удерживающих устройствах, получают значительно меньшие телесные повреждения, в то время как юные участники дорожного движения, не зафиксированные при столкновениях, получают достаточно серьезные травмы, вплоть до летального исхода. Так, в начале июня в Жидковичском районе 37-летняя женщина-водитель, управляя автомобилем Renault Megane Scenic на автодороге Минск-Микошевичи, не справилась с управлением, съехала в кювет и столкнулась с деревом. Машина опрокинулась. В результате происшествия девочка, сидевшая в салоне от полученных травм, скончалась до прибытия скорой помощи. В автомобиле находился бустер, однако по предварительной информации ребенок в детском удерживающем устройстве не находился и ремнем безопасности пристегнут не был. Зачастую родители забывают об использовании детских кресел, а также бустеров, либо накладок на ремни. Сотрудниками госавтоинспекции проводится широкомасштабная профилактическая, скажем так, работа. Проводятся акции, проводятся рейдовые мероприятия, особенно приближенные к местам массового отдыха граждан. Также проводятся беседы среди деток, которые находятся в пришкольных лагерях. Нарушители, которых во время рейда выявил экипаж ГАИ, были привлечены к административной ответственности, как и 123 водителя, перевозившие детей в прошедшие выходные без использования детских удерживающих устройств. Санкция соответствующей статьи предусматривает наказание в виде предупреждения или штрафа в размере до 4 базовых величин. В случае повторного нарушения штраф может быть увеличен до 200 рублей. ГАИ напоминает, что только неукоснительное соблюдение правил дорожного движения поможет избежать трагедии и сохранить жизнь и здоровье всех участников дорожного движения. Лето для детей и подростков – веселая и беззаботная пора. Но по статистике, именно летом увеличивается количество несчастных случаев с участием несовершеннолетних. Первый месяц каникул позади, уже можно подводить его итоги. В сводках госавтоинспекции области 9 ДТП с одним погибшим ребенком. 8 несовершеннолетних пассажиров получили травмы различной степени тяжести. Всего же с начала года жертвами дорожных происшествий стали 28 детей. Между тем, опасность может подстерегать ребят не только на дороге. Какие меры предпринимаются нами, взрослыми, чтобы помочь детям интересно и, главное, безопасно провести лето, в сюжете Натальи Игнатенко. Утонул прямо во дворе своего дома. В Речице 4-летний малыш захлебнулся в декоративном пруду, пока папа и мама занимались своими делами. Тело собственного ребенка нашли родители. Прибывшая к месту происшествия скорая лишь констатировала смерть. Только на короткий период он остался без присмотра взрослых, и это привело к трагедии. В этом году уже трое несовершеннолетних погибло при падении в яму, в технический колодец и в копанку. Большую угрозу для малолетних детей таят не только водоемы, надувные бассейны, емкости с водой. Травмы случаются, казалось бы, на совершенно ровном месте. Происшествие в быту – частая история. Причина травмирования в большинстве случаев все та же – родители теряют бдительность. ЧП с пострадавшей 8-летней девочкой произошло в той же Речице. Из окна двухэтажного коттеджа она выпала вместе с москитной сеткой. Девочка вместе с сестрами играла на втором этаже. Когда мама позвала всех ребят, все спустились вниз, а она заигралась, запрыгнула на подоконник, в какой-то момент потеряла равновесие и ухватилась за москитную сетку. Но вместе с ней упала вниз. В настоящий момент девочке оказывается лечение. Ребенок воспитывается в полной семье, где подобных случаев не происходило. На этих кадрах вполне себе спокойное времяпрепровождение целой компании школьников. Направлять энергию в мирное русло, похоже, научены не все подростки. Самых отчаянных тянет на сомнительные подвиги. Вот и случаются казусы.
По статистике, в Гомельской области в структуре подростковой преступности лидируют кражи – почти 40%, меньше хулиганства – 25%. На третьем по количеству правонарушений месте – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. На начало года, по сравнению с 2018 годом, у нас был значительный рост подростковой преступности, порядка 77%. Но принятые меры Управления внутренних дел, Комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облсполкома, Главным управлением образования, иными заинтересованными, позволили нам снизить темпы роста подростковой преступности. И по итогам 5 месяцев рост числа таких преступлений составил 6,5%. Ни для кого не секрет, что с приходом летних каникул у подростков появляется больше свободного времени. Занять своих чад полезными делами получается не у всех родителей. И тут на помощь приходят все заинтересованные службы и ведомства, которые стоят на страже безопасности детей. Проводится огромное количество акций, направленных как на сохранение и укрепление физического, психического здоровья, так и в целом организации полезной занятости на дворовых территориях, в объединениях по интересам, которые, к слову, продолжают работать в учреждениях дополнительного образования, в учреждениях спорта, в библиотеках. Также содействуем в организации трудоустройства несовершеннолетних как в лагерях труда и отдыха, так и в составе студенческих отрядов. Традиционно, более охотно, молодежь увлекается трудовой деятельностью. Лагеря труда и отдыха дают возможность учащимся в возрасте от 14 до 18 лет приобщиться к трудотерапии и заодно немного подзаработать. В Гомельском парке наведением порядка заняты ребята, которые требуют особого внимания педагогов. Но есть и те, которые попали в студотряд по собственной инициативе. Мы каждый день работаем с 8 до 12. Сейчас мы очень дружны, работаем все сплоченно. Я попал не за провинность, я сам захотел работать. Хотел помочь маме обеспечить семью, заработать на свои нужды. Посещение на дому ветеранов и оказание им посильной помощи – часть героико-патриотической акции «Великой Победе 75». В Гомеле в эстафету добрых дел вовлекаются подростки, которые оступились, но сохранили желание вырасти достойными людьми. Мы посещаем такие категории, как ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, дети войны, и помогаем по дому, записываем рассказы о войне. Информацию, ту, которую они сегодня услышали, конечно, пойдет на пользу. И каждый будет ценить то, что окружает его. Это их родителей, их здоровье. Дети – самое дорогое, что у нас есть. Дисциплинированности ребенок учится в первую очередь у своих родителей. Но и нехорошие привычки тоже впитывает, как губка. Поэтому воспитание на словах – ничто без личного примера. Если взрослые сами не следуют своим советам, вряд ли ребенок станет к ним прислушиваться. Наталья Игнатенко, Александр Харлампов. Специально для программы «Де-факто». Отдых должен быть безопасным, и только тогда он доставит удовольствие. Как выглядит картина детского травматизма в регионе? Что делать, чтобы уберечь наших детей от нелепых несчастий и подарить им отдых без печальных ситуаций? Поговорим с заместителем председателя комиссии по делам несовершеннолетних Гомельского облсполкома Евгением Миткевичем. Евгений Геннадьевич, лето уже давно началось. Какова статистика происшествий с детьми у нас в регионе? Ну, хочу отметить, нерадостная. Потому что июнь месяц еще не завершен, но, к сожалению, мы имеем уже 4 гибели несовершеннолетних. Это 3 на водоемах, Речицкий район, Рогачевский район, Мозырский. И одна трагическая случай, который произошел в Житковичском районе, это в результате ДТП, когда погиб ребенок. Ну и кроме этого, травмирование, несчастные случаи с участием несовершеннолетних. Если рассматривать гибель, да, то большинство случаев на воде. В чем их общая причина, если можно обобщить? Ну, вы знаете, скорее всего, в погодных условиях, в том, что стоит жара,
значит, родители несовершеннолетние находятся возле водоемов. И вот те случаи, которые произошли, в частности, в Рогачевском районе и в Мозырском, это связано с тем, что подростки купались не в установленном месте. Ну, а случай, который произошел в Речицком районе, когда ребенок утонул в карьере на участке, который расположен возле дома, который был и огорожен сеткой рябицы, но ребенок прошел через калитку, остался без присмотра родителей и трагически погиб. Лето – это пора, когда у подростков много свободного времени. Мы поинтересовались у гомельчан, как уберечь детей летом. Давайте посмотрим на экран. За детьми надо смотреть постоянно, не отпускать их одних на улицу, на прогулку. Ну и все, и воспитывать правильно. На водоемы пускай только до коленок, смотреть за ними. Ну, я думаю, если на речке, тогда держаться возле взрослых и не забывать за буйки. Вообще ночью на улице гулять нельзя. Надо там выключать электроприборы, ну, соблюдать все техники безопасности. Нужны детские безопасные площадки, чтобы детки могли играть и вот не упасть. Вот горочка маленькая, она безопасна. Если он скользит, то он не доезжает и ножками спускается. Я вижу много ситуаций, когда просто дети с родителями переходят на красный свет дорогу, и ну, мне уже как-то становится не по себе, если честно. Потому что чему они, ну, сами родители чему учат своих детей? Дети же потом будут делать так же. Меньше ужастиков показывать, давать возможность смотреть всякие кровожадные мультики. Ну, ответственность на родителях в первую очередь, наверное, лежит, если они именно находятся дома. Вот так думают гомельчане. Как вы можете прокомментировать эти мнения? Ну, вы знаете, что самое главное то, что если ребенок находится с родителями, он должен находиться под присмотром родителей. И родители, в частности говоря, о летней поре, когда они идут на водоемы, туда родители идут не отдыхать, они идут работать, потому что рядом с ними находятся дети. И я был свидетелем интересной ситуации, как отдыхают наши взрослые с детьми. Значит, пьют, детей не смотрят. Ну, а потом уже, когда доходит до определенной кондиции, они начинают заниматься воспитанием, и приходится иногда вмешиваться в те ситуации, которые происходят у нас. Поэтому я еще раз хочу отметить, что родители должны быть примером для своих детей. И даже на словах можно, собственно говоря, не уговаривать, не воспитывать, а показывать пример. Только так, только примером. Скажите, пожалуйста, какие вообще меры могут повлиять на то, чтобы уменьшить статистику происшествий и травмирования подростков в нашем регионе? Вы знаете, мы используем различные формы, методы работы. Мы эту работу начали проводить еще ранее. Мы четко спланировали нашу работу. Каким образом мы будем работать? Это не только информирование, это не только мониторинги, которые мы проводим. Это задействованы различные субъекты профилактики. Возле водоемов находятся не только представители ОСВОД, находятся представители правоохранительных органов, МЧС, также находятся и преподаватели, и представители комиссии по делам несовершеннолетних. Мы хотим достучаться до людей, объяснить им. Это средства массовой информации, это памятки, огромное количество памяток, которые сделаны и распространяются среди родителей. Это и то же самое телевидение, социальные сети. Мы тоже используем различные вот эти средства для того, чтобы еще раз заострить тему безопасности и жизнедеятельности детей. Если сравнить статистику прошлого года и этого, какова динамика вообще? Ну, вы знаете, что я беру только июнь месяц. Я еще раз повторюсь, 4 ребенка погибло. В прошлом году в июне месяце у нас не было гибели. Наверное, все-таки жара повлияла, потому что аномальная погода, вы она знаете, воздействует. Здесь надо смотреть в совокупности, потому что не только жара, но надо и давать оценку действиям не только самих подростков, которые погибли, но также и тех людей, которые находились рядом. Почему, например, в том месте в Мозырском районе, где купались не только дети, но и взрослые, не были предприняты какие-то определенные шаги для того, чтобы предостеречь их. Поэтому здесь следует говорить о том, что
внимание взрослых, тех, которые находятся то ли на водоемах, то ли еще в общественном месте, и где они видят, что ребенку угроза жизни, то они должны каким-то образом реагировать. А вот по травмам, которые получают дети в летний период, может быть, ну не только в летний, может быть и осенью, и весной, каковы самые распространенные причины и формы получения этих травм? Ну, актуальным остается это выпадение из окна, в частности, Речицкий район, где произошло буквально два таких случая. Последний, когда ребенок дома на диване прыгал, оступился и оперся на москитную сетку и упал со второго этажа. К счастью, ребенок жив, оказана ему необходимая помощь. Другой пример, который мы можем привести, это когда собака покусала ребенка голову. Имеется травма. Угрозу представляет для подростков, угрозу для их здоровья и жизни представляет вопрос вовлечения в противоправное поведение. Ведь когда дети занимаются хулиганством, распространением наркотиков и прочими, скажем так, недобродетелями, это тоже может им угрожать. Если сегодня, скажем так, опасность этой ситуации, как обстоят дела? Ну, мы тоже над этой проблемой работаем, тоже многое, что делается, сделано. И в частности, июнь месяц нас немножко радует, если анализировать и сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, есть незначительное снижение. Но опять говорить об этих преступлениях, когда ребенок крадет 3 килограмма клубники с огорода соседа, пишется заявление. Это проникновение в дома. Это когда ребенок входит в доверие к другому человеку и совершает кражу из его квартиры. Это когда в маршрутном такси забывает гражданин телефон, но его подбирает подросток. Это тоже возбуждение уголовного дела. Это уже упущенные моменты воспитания. Да, хотя подростки прекрасно понимают, знают, что за это последует. Это уголовная ответственность. Ну и ряд других примеров, когда совершается противоправное деяние, это опять хулиганство. Когда молодые люди, подростки, ну, что-то не поделили не только по отношению к себе, но и нанесли телесное повреждение взрослым гражданам. Есть такие моменты, но я хочу отметить, что по сравнению с аналогичным периодом есть определенное снижение. Евгений Геннадьевич, я благодарю вас за конструктивный разговор. Спасибо. Далее по эфиру рубрика «Я очевидец», подборка происшествий, попавших на видеорегистраторы и камеры смартфонов людей со всего мира. В больницах Казахстана остаются 45 потерпевших из города Арыса. 70 человек пострадали, трое погибли и более 350 числится пропавшими без вести. В понедельник в Арысе загорелся и взлетел на воздух склад с боеприпасами местной военной части, построенный еще при Сталине. Снаряды беспорядочно падали на город, принося разрушения. За сутки они уничтожили 80% зданий населенного пункта, а количество разрушенных машин никто даже не считал. 45 тысяч жителей Арыса в срочном порядке эвакуировали. Многие сами разъехались по стране, найдя временный приют у родственников. На случившееся откликнулся весь Казахстан. Люди сдают кровь и перечисляют в фонд потерпевших свои суточные зарплаты. США, штат Кентукки. Торнадо развалил док и заставил у пристани понервничать рыбаков. Ветер дул с такой силой, что сорвал крыши навесов на нескольких причалах. Корабли не могли пришвартоваться, людей сдувало с места, а фрагменты кровли посыпались прямо в море. Сообщается, что никто не погиб. Догнал паром, несмотря ни на что. В Канаде водитель автофургона на полной скорости наехал на причал, как на трамплин. Полетел над морем и рухнул прямо на отчалившее судно. Произошедшее обескуражило окружающих и сильно испугало людей на пароме. В штате Джорджия полицейские спасли в лесу новорожденного ребенка, которого неизвестные завернули в полиэтиленовый пакет и оставили умирать в дикой природе. Малышку с восточным типом внешности обнаружили еще 6 июня. Однако видеозапись нагрудной камеры одного из полицейских обнародовали совсем недавно, чтобы хоть как-то пролить свет на установление личности ребенка и его возможных родителей. Конечно же, видео повергло в шок жителей округа, но очень много благодарностей прозвучало от них в адрес полиции за спасение ребенка. С малышкой все в порядке, она находится на попечении Департамента по делам семьи и детей штата Джорджия.
А это кадры из Нижнего Тагила. Подросток идет в наушниках и не слышит звукового сигнала приближающегося трамвая. Кажется, парень вот-вот посмотрит по сторонам и увидит угрозу, но нет. Он пошел по путям, даже не убедившись в отсутствии транспорта. Трамвай сбил его с ног, но не переехал. Подростку повезло, что машинист успел затормозить, предугадав действия пешехода. Музыка в наушниках – это хорошо, но надевая их, важно не забывать о реальности. В Беларуси сотрудники ГАИ по трассе Минск-Витебск гонялись за нарушителем на БМВ. Увидев экипаж, водитель синего внедорожника резко ускорился и разогнался до 250 км в час. Но план внезапного отрыва не сработал, и нарушитель свернул в поле. Игра в кошки-мышки продолжилась на траве и проселочной дороге. Вернуться на трассу Шумахер так и не смог. Машину заблокировали автомобили ГАИ. Оказалось, что за рулем находился механик из автосервиса, который не удержался от того, чтобы обкатать отремонтированную машину. 8 административных протоколов. Таковы итоги заезда. На сегодня это все. Увидимся в это же время, ровно через неделю. До свидания.